Огонь! Раз в два года в Раменском районе проводится первенство по стрельбе в электронном тире из пистолетов Макарова среди учащихся. Соревнования посвящены ученикам раменских школ, погибшим при исполнении гражданского долга во время войны в Афганистане. В этот день вспоминали всех героев. Как раз на этом мероприятии мы вспоминаем каждого поименного, кто учился, и называем конкретной школе, кто учился. Потому что для примера могу сказать, что мы когда начинали, у нас не было ученика 25-й школы Королева Алексея. Вот, и к нам подошли ученики 25-й школы, и когда мы ребят перечислили, они говорят, а вот у нас выпускник погиб, сказать, а его нету среди. Мы сделали портрет и также вспоминаем этого ученика. Соревнования проводились в школе номер 8. На этот раз в них приняло участие 21 образовательное учреждение. Утвержден был определенный порядок испытаний. Стрельба в электронном тире проводилась из пистолетов Макарова. Участники могли набрать максимальное количество баллов – 100. У меня 72, я недовольна этим результатом, когда на подготовке мне было 95 и выше. Было очень сложно, потому что не наши пистолеты, то есть не из нашей школы их принесли. И расцарапала себе всю руку. Мы ожидали более худшего результата, но все-таки руки дрожат немного. Но стреляли достойно, я считаю. Да, стрелялись достойно, надеемся на достойный результат. Согласен, с ним согласен. Как думаете, готовились, парни, расскажите вообще? Вообще не готовились. Мы не готовились. Да, мы так без подготовки. Мы всегда готовы, мы всегда готовы. Всегда вооружены. Ребята пришли не просто пострелять. Большинство готовятся к службе в армии. Владение оружием, командный дух и выдержка у них уже за плечами. Но самое главное, присутствует дух патриотизма. Если 10 лет мы начинали, было буквально у нас несколько военно-патриотических объединений, то сейчас практически в каждой школе есть либо кадетские отряды, либо военно-патриотические клубы. Вот, и активно участвуют, появляются новые мероприятия. Деятельность военно-патриотических клубов, она связана с различными соревнованиями, конкурсами, поездками. Вот. В ходе этих мероприятий ребята приобретают определенные навыки, это определенное развитие, потому что здесь работают и интеллект, и мышцы, и острота глаза. Из тех ребят, кто здесь уже участвовал, могу сказать, некоторые пошли в военное училище. Возможно, но они не проходят мимо. Да, возможно, вот это как-то откладывается и... приобщение к оружию. Но вообще это не цель, чтобы ребята пошли, а цель, в принципе, воспитать просто защитника, чтобы он мог себя защитить, так сказать, и защитить свою семью. Может, кто знает, может, кто увидит, заглядевшись в небо, я не был, и не был. Игорь Чернышов, Дмитрий Корунов, Егор Колбанов. Для программы «Городские вести».